Здорово, друзья! Сегодня у нас рубрика «Голый в соло», но немножко доработанная, потому что сегодня мы с вами будем не просто подниматься до фулл 6, не просто лутать 6 шмотки, а будем лутать всех подряд, и эти шмотки мы будем со 100% вероятностью просто на себя надевать. Допустим, мы выбили 6 броню, мы на себя ее надели. Закрыли второго противника, и с него выпала 3 броня. Мы тоже будем обязаны надеть эту броню на себя. То есть 6 мы просто выкидываем или ложим в рюкзак, а 2 надеваем на себя и уже с ней продолжаем игру. Короче, должно быть интересно, надеюсь, что нас не будут постоянно из-за этого закрывать. Ну и надеюсь, что мы с вами хотя бы чего-то добьемся в этом ролике. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также напоминаю, что играю с телефона. На всякий случай, чтобы кто вдруг ничего не говорил, а то говорят, что там с компа играю, но с компьютера, к сожалению, в метро играть просто нельзя. Ну это запрещено, вот и все. Такое было изначально. Также подписывайтесь на телеграм, ссылочка будет в описании, как обычно. Не забываем, без труда сможете ее найти, там розыгрыши и все остальное. Ну и получается, начинаем. Так, с урон перекачан, ну и типа как бы вот так вот, только МКшка. Насчет пушек, которые будут выпадать, я еще подумаю. У нас есть второй слот, во второй слот возьмем, если вдруг выпадает еще какая-то пушка, думаю, с ней мы тоже будем типа играть. Если, конечно, у нее будут патроны. Так что погнали, ну и желаем себе удачи, потому что, возможно, это будет очень тяжело. Многие из вас ищут способ быстро, дешево и, главное, надежно задонатить в PUBG. А такой способ прямо у вас перед носом. И это сайт FunPay. Здесь вы сможете максимально быстро и честно купить юсишки на ваш аккаунт в PUBG. Ну а самое интересное, что теперь вы можете купить их напрямую у меня с гарантией просто 1000000%. Ну а также на сайте вы сможете найти просто сотни игр для того, чтобы купить в них донат или же продать свой. Регистрируйтесь через ваш профиль ВКонтакте или вашу почту. Ну и не забывайте, что сайт работает уже с 2015 года. Я думаю, это лучшая гарантия для вас. Ссылка будет в описании. Покупай и продавай. Так, ну начало, конечно, интересное. Возможно, здесь будет интересно, возможно, нет. Ну, давайте будем сидеть здесь. Это очень близко, это очень близко. По сути, мы босса забрать просто не успеем. Так что ждем. Не успел положить сейф, потому что там лежали гранаты. Ладно, ладно. Но то, что босс вышел, короче, встал на меня, это было весело, это было весело. Первый блин комом, как говорится, ну зато молики мы с вами засейвили. Но для головы это нормально, то есть нас закрыли с одной тычки, как бы, ну это справедливо. Но было глупо, максимально глупо, потому что босс бежит, по сути он бежит не на меня, но при этом я встречаюсь на пути. Иногда он просто не байтится на меня, иногда байтится, короче, как-то работает совершенно неясно. Интересно, там есть игрок или нет? Так, лови. Ой, отлично, отлично. Ну, сойдет. Че, глушитель, серьезно? Капец, у него 6x плюс глушак. Я не знаю, может быть, он носил компенсатор в сейфе, но это было максимально странно. Ну, просто понимаете, с этого сложно попасть, прям слишком. Но один килл в копилочке, это круто. Я думаю, что мы сейчас будем с вами играть именно с этой МКшкой, на которой стоял глушак. Ну, в целом, это, наверное, даже интересней. Хотя явно намного тяжелее. Такс. А, у него был еще боковой. Так, блин, смотрите, глушак просто слишком сильно торчит. Ну, немножко палевно. Во, на боссе кто-то есть, видимо. Не, ну слушайте, пушить вообще не вариант. Я думаю, что можно... А, это, блин, игрок стрелял, что ли, с пулемета? Можем просто засесть где-нибудь здесь. Ну и просто ждать его. Ну, судя по всему, да, это был игрок. Но он какой-то странный, слушайте, он какой-то странный. Может быть, даже это какой-то голый чел? Почти голый. Черт, шагов больно много.
Чего он делает? Он ящики открывает? Блин, реально? Он ящики открывает? Это у кого пингануло? У меня или у него? Блин, ну я не хочу же пулемет брать. А, ну нам пулемет не светит, у него не было патрона на него. Блин, я так-то типа мог бы взять пулемет, чтобы с ним сыграть, окей. Без проблем запихали бы МКшку в рюкзак. Но патрон нет. Нет смысла вообще с ним играть. Ну это просто невозможно. Я думаю, нам 17 патронов не хватит совершенно ни на что. В лучшем случае на бота хватит. И то, наверное, не на каждого. Опа-на. А, он все же здесь все это время был, да, ну... Ну, я попытался. А, да ну. Окей, это был фуловый сталик. Ну, броня сталик, шлем обычный, но... Спину нас явно закрысили, ну чё... Давайте возьмем МКшку с глушаком и пойдем уже с ней. Ну, видимо, это в 1000 раз интересней. Так, спаун у нас попался, конечно, самый дефолтный, а людей, конечно же, принять нас, наверное, хватает. Да ну, я думал, там хотя бы поглубже будет. Я нырнул, короче, башкой стукнулся, и в меня влетела сразу же пуля. Я знаю, что многие из вас проводят очень много времени за телефоном. И я нашел просто гениальную игру, в которую можно поиграть на вашем телефоне. И это онлайн РП, в которой вы можете делать абсолютно все, что угодно. Игра бесплатная и очень часто обновляется. Также используйте мой промокод, который вы сейчас видите на экране, для того, чтобы получить бесплатно 120 тысяч игровой валюты и люксовый автомобиль, он же гелик. Ну а если вы хотите поиграть со мной, потому что здесь я тоже играю, просто переходите по ссылке в описании и качайте игру с сайта. Устанавливайте на свой телефон, вводите свой никнейм и готово. Теперь вы понимаете, как играть в GTA на вашем мобильном телефоне. Выбирайте второй сервер Флорида и не забывайте вводить мой промокод. Все ссылки будут в описании. Смотрите, чел. Это похоже на шестерку так-то было, ну ладно. Видимо, он реально прятался на спавне. Ну и чё, к нему никто не пришел? Обидно. Кстати, возможно, его противник даже не слышал мои выстрелы. Возможно и так. Так, я спалился. Теперь только одно решение. Не попал. Ну, давай вот так вот. Знаете, все гранаты остались, короче, там, в этом чуваке. А уже подойти я особо сюда не могу. Так, а плыть я смог бы? Есть где-то позиция хорошая или нет? Блин. Не получилось, не фартануло. У него тоже есть гранаты, откуда непонятно, но они есть. Такс, он нас не заметил походу, да?
Не, вот туда, как будто вы знаете, уже можно кинуть гранату, но опять же, если я выйду, может увидеть. Да и чё он там вообще лег? Он по факту просто лег. Ну и лежит на одном месте. Здорово. Только непонятно, почему он именно на эту сторону лег. Ну, типа, почему? Ну, вот он встал. Понятно. Окей. Не знаю, какие у него были патроны, но с глушителем, конечно, это был косяк. Знаете, если бы даже не глушитель, скорее всего, я попал. Но как вышло, как вышло. Так, здесь есть человечек. Наверное. Ну, походу нет, да? Раз бот по мне стреляет. Ну да, беда. Четверка. К нашему счастью. Красненький. Окей. Хедшот, блин, нам постоянно по голове попадают. Как это работает? Что происходит? Жалко, блин, я опять не особо среагировал, потому что, ну, как бы он красный. А я гранаты-то из сейфа выложил, но ничего туда не положил. Бывает и такое. Справедливо. Где он и что он делает вообще? Здорово, четверочка. Меня на самом деле удивляют люди, которые типа, ну как бы играют, открывая ящики. То есть они бегают, открывают ящики повсюду. Блин, на самом деле это иногда небезопасно, потому что боты спалят, а ты идешь ящик открывать. Ну вообще глупо. Теперь нам выпала МГ-3. Пойдем играть с ней тогда. Че ж все красные сегодня? Домой. Как много всего. Так, перезарядиться успеваем. Ладно. Он меня заметил, там торчала голова, две головы он с легкостью попал. Блин, ну хорош. И как раз таки этот шлем и снимают. Ну и МГшку, к сожалению, тоже. С теплаком. Ну в этот раз мы с вами хотя бы постарались. Я думаю, мы с вами зайдем в этом луте, потому что, ну, теплак брать как бы бессмысленно. А это мы с вами выбили, если что вдруг, ну, просто заменим, если выпадет что-то, ну, более хорошее.
Что-то меня залагало, что-то все вылетело. Ну, я про хаешку из рук. У нас есть шестой рюкзак, шестой шлем. Правда, мы находимся на очень палевной позиции. Как я не взорвался? И как он не взорвался? Готов. Ну, видимо, шлем не меняем. Возможно, пин, конечно, спас. Но, может быть, даже хуже как-то сделал, не знаю. Просто пинг — это, ну, штука жесткая. А Молик, кстати, прям неплохо залетел. Но мне казалось, что кто-то стрелял. Это как будто бы был не он, хотя непонятно. Ну, по крайней мере, там еще кто-то точно есть. Ну, и по кому-то он тоже стрелял. А, смотрите, тут кого-то он закрыл. Тут даже двое. А, это были мини-боссы? Но это не игроки, поэтому лут мы с них как бы не подбираем. Палево, конечно, 1000000%. Я не знаю, конечно, где он, но, видимо, он ушел. Ну, с грозой это он. Это уж точно. Теперь-то уж мы узнаем его везде. Видимо, на ботов отвлечен. Здорово! Блин, надеюсь, что с него выпало... Ну, точнее, ничего не выпало. Надеваем шлем на себя. Ну, спасибо. Немножко откатился, так знаете. Ну и теперь, наверное, играем с грозой. Раз уж она выпала. Правда, она улучшенная, во-первых, а во-вторых... Ну, короче, уроном явно не блещет. Блин, кстати, норм позиции вроде, да? Типа такая более незаметная. Ну и к тому же я вроде сливаюсь даже с текстурами. Что, интересно, вообще тут есть люди или нет? Потому что, ну... Бот-то почему-то стоит. Чего? Я не верю, что в это время никого тут не было. Так, ну это мы, видимо, с собой берем. И, кажись, просто... Опа-на, кто-то есть. А это уж на выход собрался. Да, видимо, не судьба. Пойдем к нему. Он там с глушаком, ну и возникают вопросы. А, это Авик был. Я понял тебя, брат, я тебя понял.
Не знаю, здесь вроде забраться нельзя. Но граната как бы тоже сойдет. Правда, у меня все гранаты летают как-то читерски немножко. И не туда, куда надо обычно. Ага, ну с тебя ничего не выпало, хотя... У него вроде МКшка-то была. Ну, по крайней мере, патроны были. Ну что, катка у нас более-менее удачная, я думаю, можно поспешить на выход. Все же, мы сыграли честно, мы меняли каждое оружие, каждую шмотку на ту, которая нам выпала. Броня, к сожалению, вообще никакая не выпала. Так что, как играли с четвертой, так и играем. Кстати, она нас, по сути, и спасла. Потому что заходить реально голым и что-то менять, ну, как-то не очень. Потому что мы больше там двух игроков не закрываем. Да из двух игроков иногда вообще ничего не падает. Короче, пишите в комментариях, как можно эту рубрику доделать, как ее можно улучшить, потому что, ну, по сути, эту тему вы и предлагали. А мы, как говорится, просто это делаем. Хотя это было, ну, действительно тяжело. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы с вами миллиончик выносим, правда, тут почти все фиолетовое. Ну, даже красиво выглядит. Не болейте, и все ссылочки будут в описании. Пока!